Здравствуйте! Вы смотрите программу «Страна Росатом». Расскажем о последних событиях атомной отрасли. Начинаем с международной новости и отправляемся в Бангладеш. На АЭС Рупура завезли ядерное топливо. Для Бангладеш это историческое событие. АЭС теперь получила статус объекта ядерной энергетики, а Республика Бангладеш вошла в сообщество стран, где развивают атомные технологии. Все подробности у Юрия Афрова. Всем привет! Мы снова в солнечном Бангладеш. Теперь это не просто строительная площадка, а ядерный объект. А страна стала 33-й по счету на карте мирного атома. Специально к торжественной церемонии, посвященной доставке ядерного топлива, прямо на стройплощадке был возведен праздничный шатер. Среди гостей – руководители Бангладеш, их семьи, военные, подрядчики, строители атомной станции. К церемонии по видеосвязи присоединяются премьер-министр Бангладеш Шейх Хасина, генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси и президент Российской Федерации Владимир Путин. Уважаемый Владимир Владимирович, все необходимые лицензии и разрешения получено, топливо изготовлено и доставлено на площадку. Прошу вашего разрешения на передачу сертификата о доставке топлива премьер-министру Народной Республики Бангладеш. Уважаемая госпожа премьер-министр, прошу вас принять этот документ из дружественной вам России. Сертификат, знаменующий получение первой партии в Бангладеш атомной электростанции статуса ядерного объекта, вручен. А передачу первой партии ядерного топлива от российских атомщиков бенгальским изобразили вот так символически. Вот как доставка топлива выглядела на самом деле. Завоз ядерного топлива символизирует переход к масштабным пусконаладочным работам. Часть из них уже идет, но впереди самое главное – перейти к этапу фиспуска, то есть толчка реактора, и энергопуска, подключение к сети и генерации, соответственно, электричества уже в интересах потребителей. Напомним, Росатом строит первую в Бангладеш АЭС Рупур на берегу реки Падма. Станция будет состоять из двух энергоблоков российского проекта ВВР-1200 поколения 3+. После выхода на полную проектную мощность Рупур будет обеспечивать порядка 10% энергопотребления всего Бангладеш. А в России, в Ставропольском крае, уже 9-й ветропарк «Росатома» Труновская ветроэлектростанция начала поставлять электроэнергию. И прямо сейчас мы отправляемся в Ставропольский край. Труновская ВЭС – 9-й ветропарк в активе «Росатома». На данный момент в эксплуатацию введена первая очередь Труновской. Это 24 ветроустановки с суммарной мощностью 60 мегаватт. Теперь общая мощность ветроэнергетики «Росатома» составляет 1 гигаватт. Для сравнения, таким объемом энергии можно запитать 2-миллионный город вместе с промышленными зданиями и инфраструктурой. За каждым выработанным киловаттом стоят вот такие ветроустановки, которые при кажущейся простоте состоят из десятков тысяч деталей, большинство из которых производится и собирается в России. Волгодонский завод уже более 3 лет собирает элементы ветряков. Всего 6 сборочных линий, с которых сходят гондолы, ступицы, платформы основания башен и самый сложный элемент всей системы – генератор. В год предприятие производит около 120 комплектов оборудования, и эта цифра не менялась, несмотря на санкции. А все благодаря высокой степени локализации, которая на сегодня составляет 68%. В пилотном режиме осуществляем эксплуатацию СУТП, то есть это вот по сути есть мозги станции, да, это вот наш продукт, это то, что мы делаем самостоятельно. Композитный дивизион госкорпорации «Росатом» подписал соглашение с правительством Ульяновской области и будет развернуто производство первых отечественных лопастей.
96-метровые башни состоят из 8 сегментов, каждый из которых производят тоже в Волгодонске. Листы металла приходят на производство и прежде всего проходят этап обработки. Далее подготовленный сегмент отправляют на гидравлический пресс. Под давлением в 3000 тонн листу придают нужный изгиб. После заготовку отправляют на цинкование и на линию покраски. Кстати, уровень автоматизации линии покраски – уникальное отличие предприятия. Во всей России таких единицы. Трислое покрытие наносят полностью машинами без участия человека, отсюда и высокое качество. Данные покрытия позволяют, значит, эксплуатировать изделия в условиях воздействия атмосферы, в условиях морских побережий, при воздействии соляного тумана. Срок службы покрытий, который мы наносим на детали и сборочные единицы башни ветроэнергетических установок, больше 20 лет и характеризуется как очень высокий. В конце этого года будет введена вторая очередь Труновской ВЭС. Это 14 ветрогенераторов или 35 мегаватт мощности. А к 2027 году общую мощность ветроэнергетики Росатома планируют довести до 1,7 гигаватта с учетом уже введенных мощностей. Всего Росатом ввел в эксплуатацию уже гигаватт ветроэнергетических мощностей. Это можно сравнить с мощностью реактора атомной электростанции. С начала этого года ветропарки Росатома выработали более 1,5 миллиарда киловатт-часов электроэнергии. Это больше, чем за аналогичный период в прошлом году. Увеличение объема связано с вводом в эксплуатацию в этом году Берестовской и Кузьминской ВЭС. А теперь к ним присоединяется и Труновская ВЭС. О других новостях Росатома в кратком видеообзоре. Первое судно зашло в Калининградскую область через Северный морской путь. Оно следует из Шанхая, зайдя в Архангельск и теперь в Балтийск. Росатом осуществляет информационно-навигационное сопровождение китайского судна. Главсевморпуть прокладывает для него самый оптимальный маршрут по безопасности и скорости прохождения. Маршрут через Севморпуть, а не Суэцкий канал транспортной компании, теперь планируют сделать постоянным. Он дешевле и быстрее. На электромобиль «Атом» поступило почти 40 тысяч предзаказов. «Росатом» разрабатывает ключевые компоненты для него, в частности, тяговые аккумуляторные батареи. «Атом» сможет разгоняться до 100 км в час, запас хода – 500 км. Начало продаж намечено на лето 2025 года. Росатом и Удмуртский государственный университет открыли Центр аддитивных технологий общего доступа в Ижевске. Там будут выполнять как производственные, так и образовательные задачи Росатома и региона в области аддитивных технологий. Юбилей отмечает выдающийся российский ученый Ради Икаев. Ради Ивановичу исполнилось 85 лет. Прямо со студенческой скамьи в 1961 году он пришел работать в Российский федеральный ядерный центр в Сарове и прошел путь до директора. Эту должность он занимал с 1996 года по 2008 год. Ради Иванович стал одним из самых результативных разработчиков специзделий, которые во многом и по сей день определяют облик ядерного оружейного комплекса России. Ради Иванович – академик РАН, полный кавалер ордена за заслуги перед Отечеством. Ради Иванович и сейчас продолжает работать во ВНИЭФе. Он почетный научный руководитель. Ради Иванович, поздравляем вас с юбилеем! Робот теперь помогает обращаться с радиоактивными отходами. Его внедрили на сибирском химкомбинате. Давайте посмотрим, как он справляется со своей работой. В соответствии с международными требованиями, РАО должны быть лишь в твердой форме. А для этого необходимо перевести их из жидкого состояния как раз в твердое, по сути, в стекло. На радиохимическом заводе смонтировали новую установку для получения таких остеклованных отходов. Для работы с ними перемещение в контейнер для дальнейшей передачи национальному оператору внедрили автоматизированный манипулятор. Он сведет к минимуму нахождение человека рядом с радиоактивными отходами. Манипулятор управляется дистанционно. Специалисты контролируют его работу со щита технологического контроля. Механическая рука захватывает емкость со стола приема и перемещает ее в отдельную ячейку. После определенной выдержки манипулятор будет отправлять бидоны из ячеек в защитные контейнеры. Специалисты сейчас как раз пишут эти маршрутные листы. Контейнеры с стеклованными отходами компактируются в вот этот бетонный контейнер.
по 18 штук в один контейнер. Контейнер накрывается крышкой и в дальнейшем уже как конечная форма передается национальному оператору. Нажав только, выбрав ячейку, показав, куда ехать, то есть в НЗК тоже ячейки, там 18 ячеек, ну, позиций. То есть показывая, какую позицию, он уже сам поедет. То есть не управляя, и отслеживается все камерами. Видеонаблюдение – это для удобства, чтобы все-таки контролировать процесс. Манипулятор может перемещать до 300 килограммов на расстояние до 30 метров. Оборудование, которое внедрено на радиохимическом заводе, отечественное. Его разработали и изготовили в компании «Пресс-Маш» специально для СХК. Сотрудники комбината курировали работы по созданию этой сложной техники на всех этапах. Сейчас идет отладка оборудования, установка по остекловыванию РАО также проходит опытные испытания. Словом, на предприятии продолжается работа по внедрению передовых технологий для более безопасного обращения с радиоактивными отходами производства. А тем временем в московском парке ВДНХ готовится к открытию павильон «Атом». Строительные работы в здании закончены, сейчас создают декорации и экспозиции. Ни для кого не секрет, что павильон «Атом» – самое многоэтажное здание в парке ВДНХ. По замыслу создателей, начало повествования об атомной отрасли начинается на -3 этаже с экспозиции «Советский атомный проект». На -2 и -1 уровнях рассказывают об атомных мечтах, многие из которых так и остались на бумаге. Многие, но не все. О сбывшемся и ставшем современным рассказывает зал современной атомной промышленности на 1 этаже. В сердце выставки, как и в сердце атомной энергетики, расположен ядерный реактор. И мы хотели бы показать красоту, ну и вообще всю суть работы атомного реактора через такое представление, атомную симфонию. Мы сравним реактор с оркестром, отдельные его элементы с инструментами. Прототипом выставочного послужил один из самых современных российских реакторов ВВР-1200. Сегодня он является главным экспортным товаром Росатома, АЭС на его основе строят в разных странах. Услышать вживую атомную симфонию реактора желающие смогут уже через 4 недели. А знакомство с экспонатами павильона «Атом» мы продолжим в следующих выпусках. Кстати, открытие павильона «Атом» станет одним из главных событий выставки «Россия», которая открывается в парке ВДНХ 4 ноября. К другим темам выпуска. О самых перспективных атомных профессиях и технологиях рассказали специалисты Росатома на Всероссийском фестивале «Наука 0+» в Москве. Ребят научили управлять роботами, объяснили, из чего они состоят, провели интерактивную сборку манипулятора. Это очень важный фестиваль, который популяризирует науку и технологии в нашей стране. Российские АЭС за 9 месяцев этого года перевыполнили госзадание по выработке электроэнергии. Сверх плана выработано свыше 3 миллиардов киловатт-часов. Таким образом, работа АЭС позволила не допустить выброса в атмосферу больше 78 миллионов тонн парниковых газов. 20 тысяч мальков сазана выпустили сотрудники электролизного химического комбината в Ангару. Таким образом борются с зарастанием водоемов. Осеннее зарыбление уже традиционное мероприятие в атомных городах. Благодаря Ангарскому электролизному комбинату фонд может продолжать свое благое дело. О новейших IT-разработках атомной отрасли рассказали студентам и молодым специалистам. В Академии «Маяк» прошла конференция IT-Core. Участники смогли поближе познакомиться с решениями Росатома, такими как, например, платформа программной роботизации «Атом Рита», аналитическая платформа «Атом Майнд», цифровой модуль для инженерного анализа «Логос». Все это молодые специалисты смогут использовать в своих собственных IT-проектах атомной отрасли. На этом мероприятии мы узнаем больше, это знакомство с компанией, мы все ближе и ближе к ней. И после вот этих проектов, вот это знакомство, оно сближает айтишников и корпорацию «Росатом». Основная цель этого мероприятия – еще раз напомнить о том, что «Росатом» сегодня является ведущей компанией для ребят, которые хотят построить свою IT-карьеру в области такого промышленного IT, крупнейшей корпорации в мире высокотехнологичной отрасли. Конференция IT-Core проходила в Академии «Маяк», которой исполняется год. Вот уже год – это не только объект культурного наследия, но и уникальный образовательно-культурный проект «Росатома».
За год на площадке «Маяка» прошло около сотни мероприятий, как российского, так и международного масштаба. В Академию «Маяк» приезжают специалисты со всего мира, чтобы обсудить важнейшие вопросы. В честь дня рождения «Маяк» открыл двери для всех желающих. Для гостей провели экскурсии и мастер-классы. Здесь уже вот за этот год, первый год существования «Маяка», появились новые проекты, новые идеи по развитию как самих людей, так и Росатома в целом, и страны, потому что здесь проходят и федеральные проекты. И очень здорово, что вот такое пространство есть. Оно, знаете, как будто вот помогает этим идеям рождаться. На этом с новостями все. Далее в программе расскажем о поддержке, взаимопомощи и добрых проявлениях души атомщиков в рубрике «Семья Росатом». Несколько лет назад она была в шоке от того, что люди бегают больше 20 минут без перерыва. Сегодня в ее активе победы и призовые места в марафонских и полумарафонских дистанциях. А сама Анастасия Травкина – амбассадор здорового образа жизни Росатома. Я вроде сама увлекаюсь бегом, и муж у меня тоже бегает. И вообще у нас так спортивная семья, можно сказать. Дочки ходят, в легкую атлетику занимаются тоже. Вот. И я поэтому подумала, что уж бегать я умею, уж если что, брать с собой бегать я кого-то могу научить там чему-то. Героиня нашего очерка – непрофессиональная спортсменка. Она работает инженером-технологом в механическом цехе по изготовлению деталей для газовых центрифуг. Сюда она пришла в 2006 году, владея лишь поверхностными знаниями о том, как создаются важнейшие элементы в цепочке обогащения урана. Сначала было тяжело, честно скажу. Я первые 3 месяца прям втягивалась, все было сложно, ново. Но, тем не менее, у меня был наставник хороший, Дратения Любовь Николаевна, она уже ушла, она пенсию. Вот ей большое спасибо, она много меня научила. В курс дела вела, рассказала, и дальше я уже сама стала работать. Сегодня в зоне ответственности Анастасии 2 участка по производству малогабаритных деталей для центрифуг и верхних и нижних трубок для них. Большую часть рабочего времени она проводит в цехе, потому как не только разрабатывает технологический процесс с учетом функциональных возможностей оборудования, инструментов и материалов, но и сопровождает его, решая возникающие на местах проблемы, особенно во время изготовления опытных образцов. Опытные детали не переводятся никогда. Всегда есть что-то новое, смотришь уже, думаешь, ага, это похоже на что-то вот из того, что мы делали, или совсем не похоже, тогда уже вот, да, иду уже к начальнику участка, мы собираемся с наладчиками вместе и уже обсуждаем, как сделать вот эту деталь. Анастасия – мягкий и твердый человек одновременно. Она тихо говорит, но очень настойчиво, прислушивается к старожилам цеха и поучает молодых сотрудников. Умеет слушать и убеждать. Когда решила стать амбассадором ЗОЖ Росатома, признается, боялась, но в то же время знала, в каком направлении двигаться. То, что вот как бы я технолог и со многими службами общаюсь, это мне сыграло на руку, потому что тогда еще непонятно было, будут ли отклики вот у людей, вот что мне поразило, что многие из производства, из цеха, рабочие, ОТК тоже, в общем, они вот присоединились к моей команде. По итогам 2022 года Анастасия смогла вовлечь в здоровый образ жизни, то есть сагитировать людей на регулярные пробежки, силовые тренировки и занятия плаванием, 58 сотрудников Точмаша. Лучшие отправились на отраслевой атомслет, где по итогам ряда состязаний заняли почетное 2-е место. И мне все потом сказали: Анастасия, большое спасибо, мы были рады съездить. Для нас это было очень так это волнительно и приятно. Получили просто массу хороших впечатлений, эмоций. И сказали, что мы будем участвовать и в этом году. Сегодня Анастасия намерена продолжать свою общественную деятельность, а в плане работы готова осваивать новые технологические переделы производства газовых центрифуг. Вы знаете, я думаю, наверное, коллектив мотивирует. И то, что вот все равно каждый день что-то новое происходит. И ты чувствуешь себя как бы востребованным работником. Поэтому вот то, что я являюсь частичкой такого крупного предприятия, мотивирует.